Всем привет, ребят. Ну что, решил я сегодня записать такой видосик сравнения трех серваков по коллекционерам, для открывать плюшки, заодно зайти на свои без доната. В общем, до хрена всего. Это у нас АС-сервер, на котором, в принципе, можно очень круто играть для без доната, так как здесь реально происходят офигенные акции. Если вы играете без доната и купите самоцветы, вам тут вообще будет, по сути, в кайф, как и на некоторых серваках, таких как Немка и Тайвань. Поехали, посмотрим, что у нас сегодня есть. День замка владельца. Промо-акции, понятно. 1 плюс 1, войди в игру, получи приз. Поехали, заберем. Ну, такой же, как и везде, они все одинаковые. Настолочка. Гоу. 1000 камней. Неплохо. Смотрите, настолка отличается от других. Здесь уже у нас дают Асурика. Вот так вот. Индивидуальная настолка на сервере. Блин, ну неплохие акции. Но Асурик, конечно, ну, все равно круто. Скин на Асуру. Здесь очень круто дают скины по сравнению с другими серваками. Так, окей, поехали дальше. Найм X10 есть, но у нас самоцветов, я не знаю, посмотрим, хватит, не хватит. Самоцветные бонусы, разбей яйца. Такое. Поехали. Самое интересное. Коллекционер героев, ребят. Посмотрите на этот коллекционер героя. 500 слизней за ангела. Вот идем сразу же, попробуем вытащить ангела. Что ты сделал? Надеюсь, ко мне ангел придет. Снайпер, снайпер, дря. Да вы что, угораете, что ли? Куда? Вообще жесть. Я тут, по сути, некого уже качать даже. Мне эти слизни, знаете, как-то так. Единственное, для питомцев, скорее всего. Тут герои уже в большинстве. 10-10. Все. Это я на этом аккаунте, ребят, не играю. И жесть. Просрали целых 200 самоцветов. Ну как так можно было? Ладно, побежали в надежде, что мы сегодня еще ангела хоть увидим. Есть, отлично. Ну, 27-28 тычек, и у нас уже, ребят, плюс опять, плюс 500 и 500. Ну, блин, это не, это синие сущности, по 30, не по 15 зеленые. Смотрите дальше. Если вы вытаскиваете отсюда ведьму, получаете Махатму и этого, ПБшку. Бугимена получаете Некроса. Обуса вообще получаете топовые сумки. Ну, с лисичкой, ну, это понятно. Ну, этот, это такое. Магазин скидок. Здесь тоже очень крутой. Покруче, чем на английском сервере у меня даже. Здесь дают 10 эмблемы и куча разных расходников. Ну, круто. Карта богатства, это понятно. Турнир героев. Парящий остров, такой же, как и везде. Такс. Смотрим, что тут по рынку у них интересного. Такие же самые паки, как и на английском. Они одинаковые. Так. Окей. Поехали. Бум. Так, что у меня творится здесь? Ну, самика у нас... Понятно, как обычно. Как обычно, нет. Забираем плюхи. Сейчас будем открывать. А продать нафига оно мне надо. Вот смотрите, сколько всего на аккаунте. Продаю. Хоть КГшки получу. То есть, по сути, уже на этом аккаунте качать, ну, героев десятки там некому. Я на нем не играю. Вот таким вот образом за 4 коллекционера там или 5 я прокачал весь свой алтарь на максималку без доната.
Так, поехали, пооткрываем плюхи. 5К кулаков, отлично. 150, 10 тоже, в принципе, неплохо. О, две карточки, это то, что надо. Смотрите, СО. Ну, здесь получше упало, нежели на этом 100 книг. Так, это мы эмблемку достали. Чик, ремочка, отлично. Так, камешки. Ну что, поехали. Я не знаю, у меня, по-моему, с этих героев все, кто надо, есть. Бигфут заклинательница. Если я не ошибаюсь, они у меня уже давным-давно есть, потому что их вот Бигфут есть. Их можно было без проблем достать с других акций. Ну, как видите, плюхи довольно-таки неплохие. То есть, посмотрите, что у меня тут. Я вообще не играю, у меня куча разных плюх. Так, Горящий остров, сколько там еще? Давайте жмакнем. Хотя лучше было бы накопить. Камешки соберем. Так, отлично. Ну, на 1200 у нас нету баблишка. Такс. Собрать. Ну, вроде такое все. Пооткрывали, что нужное. В общем, это у нас, ребятушки, АС-сервер. Как видите, коллекционер здесь и акции реально очень крутые. А, поехали дальше. Поехали дальше. Дальше у нас будет... немецкий сервачок. Здесь тоже коллекционер есть. Я сразу вам и коллекционеров покажу. И сразу же плюхи пооткрываю. Так, дальше у нас немочка. Немка по-своему хороша. Из 10 часов обновятся еще акции. Возможно, что-то зайду за ним. Здесь вот такой вот коллекционер. За Варевульфа можете получить тоже, в принципе, плюхи неплохие, но он уступает АЭСу, уступает, наверное, и Тайване. На Тайване тоже получше будет. Там героев дают. И самое основное сейчас на Тайване дают еще до сих пор Арктику и Дракона. Возможность получить с коллекционером. На многих серваках этого уже нет. Но, опять же, немецкий коллекционер точно так же неплохой. Как видите, хоть талант какой-то дают. На русском сервере вообще печаль, как по мне. Так, поехали. Здесь плюшки пооткрываем. Здесь тоже вечно проблема. Но здесь нету столько... вот, если сравнивать немецкий сервер и остальные, здесь слизней так не дают, как на тех серваках. Ну, здесь есть куча других акций, куча других плюх. Так, давайте открываем. Такое себе. Водушка пойдет. Вот это пойдет. Ложный. Ну, нафиг не нужен, по сути. Я его даже качать не буду. Так. Коробочки. Ну, такое. Ну, как видите, на каждом сервер серверу раз. Ну, здесь такое. Чтобы мега крутое, я бы не сказал. Нифига себе! Офигеть просто! Суперсила, ребят! Как вам такое? Пойдет. Даже знаю, куда оно пойдет. Правда, правда, пока рановато. У меня нету никого с эволюцией. Так, отлично. Ну, как видите, немочка тоже не отстает от других серваков. Такс, тоже найм есть. Вход такой же, как и на остальных серваках. То есть здесь один в один все, ничего не поменялось. Так, попробуем забрать пиратика. Если сравнивать, ну, тоже неплохо, но здесь уже это устарелое, когда вытаскиваешь героя, дают на него скин. Сейчас самый топовый — это АЭС. Аж захрип. Такс.
Надо попить. Так вот, здесь, в принципе, плюхи тоже относительно неплохие. 400 книг, печеньки, ну, такое. По сравнению, АЭС мне, конечно же, нравится намного больше. Там посолиднее будет, однозначно. А, в принципе, все, здесь мы все сделали, больше нам нечего тут ловить. Поехали на самое интересное, наверное, поехали на английский сервер. Сейчас мы будем здесь немножко больше ролить и смотреть, что да как. Так, английский сервачок. Понятно, я не могу забирать, потому что перелимит. Поехали, откроем. Это слизни. Ну, такое. Здесь мы еще с настолочки получили 4 карточки. Ну, тоже неплохо. Скоро до 1000 дойдем. Ну, эти сундуки я открывать не могу. У меня перелимит. Вот так вот. Так, коллекционер. Вот что мне нравится. Сегодня здесь очень крутой коллекционер. Так, давайте в рейд сбегаю. Почему? Потому что дает Apex камни. Вот чего нам всем реально не хватает. Мы говорили, что нафига красные камни дают. У нас их, ну, без донатов их уже дофигища некоторых. Кто играет много. Вот я, у меня даже на сардальке там около 4 или 5 тысяч осталось. Это я уже качнул прорыв. Фрей, надо апекс камни, то есть самые последние, но их, к сожалению, просто тупо не дают. Вот здесь вот хоть дали возможность, хоть дали немножко их. А плюс коллекционер тоже, я считаю, довольно-таки неплохой. Возможность получить сумки зефира за слизни, однозначно плюс. Печеньки, и это за смерть. Ну, варп тут 10 эмблемы дают, но самое основное — это инженер, то есть то же самое. Так, забираем плюхи. Вы можете выролить ее и получить реально хорошего героя. Давай, Бигфутище, тащи. Надо по чуть-чуть забирать эти плюхи. Халява ж все-таки. Дискаунт. Я сегодня бегал, позабирал там печеньки. Ну, вот еще плюс то, что увеличение x2 идет. Так, что у нас тут по героям? Ну, герои у меня практически уже супер пэта докачаны. Все на максималку. Можно ждать обновления. Так, это у нас он один остался, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, он один. Ну, ему надо атрибуты до 31-го. Повысить будет и потом докачать. Такс, что я хотел? Я хотел коллекционера собрать. Здесь можно ролить, здесь и нужно мне ролить за ЗПшки, причем каждый день для того, чтобы убавлять хоть как-то книги, плюс надо перекачивать героев, чтобы камни убирать, ну, в общем, бред, как по мне, даже обмены эти, они не спасают, честно говоря. Там сколько я... Лям, 2 ляма потрачу. Или даже больше. Такс, интересно, достали или нет. Вот, пожалуйста, плюс 100 камешков. Друид, варп. Ну, вот еще возможность получить печеньки. Это вытащить смертушку, либо получить мешки зефира. Ну, конечно, я думаю... 15 слизней, вот сколько у нас там, 9000. Лазуля, нифига себе. Гарпия. Смотри, нифига себе. Вот это, ребята, называется коллекционер. Вот это сыпят героя.
Леди Лео, Гаргул, Триант. Да ладно, жестко падает. Ну, слизней, Джамбир, я не видел там, кого мы там еще повытаскивали. Поехали, посмотрим сюда. Коллекционер, друида мы словили. Вот так вот. 6-15. Давайте уже добьем до максималки. Икси, Суккуб. Скулкнайт. Валентина, Сноу, еще раз Пикси. Ну, слизни, честно говоря, на английском сервере падают, ну, так себе. Средненько. Вообще, многие ребята говорят, свален, вала-вала, что пофиксили выпадение героя. Ну, здесь я бы не сказал. Фантом Кинг. Единственное, вот что бывает, вот смотрите, Пикси, что не падает, вот я заметил на английском сервере, вот они ставят туда героя, и он за 200-300 тысяч выпадает. Фобушка, нифига себе. Нифига себе. Смертушка, пожалуйста. Пожалуйста, ребят, смотрите, как просто налегке вот так тика. Чик. Но мы уже потратили 50к. Нам еще 3 слизня надо собрать. Бастимер. Ну, 50к, в принципе, таких героев, которых мы получили. Блин, надо было по 1200 роли. Что-то я провтыкал, по 450 нажал. Вот, мы собрали сумки Зефира, плюс сменки, плюс молоточки. Но самое основное, наверное, это мы получили Бугича. Супер коллекционер, как по мне. Награды реально стоящие. Ну, конечно, с AS-сервером это не сравнится. Где там наш Cold Drake? Я сначала докачиваю по левелу, и останется скилл качнуть ему. Ну, скилл 980 надо. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Показал я вам 3 коллекционера, 3 СВК, которых реально удивляют. Немка по-своему классно, английский, ну, как обычный, донатный сервак. АЭС тоже имеет свои преимущества, ну, а немка там совсем отдельный разговор. И Тайвань. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.